Всем привет! Доброе утро! Мы позавтракали горячими бутербродами. Я быстренько смонтировала видео, которое вчера снимала, рум-тур на канал «На личном опыте». И ссылка, кстати, внизу под описанием. Подписывайтесь. Там много чего интересного. Да, там мы. Что это? Хорошо. Короче, смонтировали видосики. Ой, что-то у меня попа пригревается. И Коля повалялся там, посмотрел телевизор. С собачками погулял туда-сюда. И, короче, сейчас мы собрались и едем, блин, на почту в соседнее село. На дискотеку. 24 километра до туда ехать. Сколько нам делов-то? Час? За час управимся туда и обратно. 2 часа. Там пришла моя посылка с какашко-собирателем и с посудой. Сегодня будет распаковка ее. 1:05. Все, мы выдвигаемся. Мы... Кто? Нет, а я решил, я тебе 1000 отправлю, а ты им по подарку купишь. По 500 рублей каждому ребенку по подарку купишь. Ну, а ты как бы не маленький, уже большой дядька. 100 рублей возьмешь себе на вонючку. Это Коля разговаривает со своим братом. Я просто что включилась там. Он тут бизнес-план будем встречать. Реальный тут предлагает ему открыть мебельный магазин в Москве. Санки, да, наверное, красноярскую мебель продавать в Москве. Ну просто брат работает на мебельном производстве в Красноярске. Коля теперь. Да, посидим так, поедем по Москве, покатаемся. Она вся украшенная. Мы еще едем, кстати, нам совсем немножко осталось, 14 километров. Что сказали, что вот видишь, перед вами один человек. И там девушка пошла. О, нет. Что-то пришло. Да нет, мне вдруг повреждено. Мне для споров. Угу. Понимаешь, надо. Ну так-то вроде цело, низ покажи. Ага. Так, все, иди относи, сходим на елочку. Такая елка крутая. Ты далеко припарковался? Нет. Мы получили. Сейчас пойдем. Там просто такая крутая елочка. Сейчас пойдем посмотрим. Поселок этот называется Московский. Ну, недалеко совсем от МКАДа. Дом культуры Московский концертный зал. Смотрите, какая красивая елочка. Она очень красивая. И она не одна, она в компании подружек еще. Еще получается 3 дополнительных елочки. 4 елочки. И вот такая вот еще небольшая композиция с московскими курантами. Да. Очень смешно. Ты, блин, Гринч, похититель Рождества. Какая классная елка. Ну и паровозики, соответственно, классные. Ай, зачем там? Ай, красота. И подарки, типа. Вот, 2021. И подарочки. Иди, иди в машину, сейчас я иду. Ну класс же. Очень красиво. Супер. Слышите? Это на парковке играет новогодняя рождественская музыка. Прикольно. Мы приехали в торговый центр столицы, тут же рядом с почтой. Он находится. Просто я захотела в туалет. Я сказала, я в туалет хочу и Макдональдс. А здесь так на парковке прикольно. Атмосферненько.
Все, пойдем пошаримся немножко. Столица, как и в Зелике была, тоже столица. Красивая эта селочка. Все, мы сделали заказ. Я как обычно. Наш заказ. У меня макомба чикен, у Поли макомба с говядиной. Вот мой чикен, вот его говядина, сейчас он будет рвать рот. И вот наша картошечка. Она величайшая. И с таким видом одно удовольствие кушать. Приятного аппетита! Приятно. Вот, смотри, сидит гномик около лифта. И вот гномик с елочкой. А мы на каком этаже? Парковка. Там же на парковку. Мы уже все купили. Ой, какую красоту. Я иду. Я залипла на елочках. Ритуалей нету случайно твоих вот этих штучек? Каких? Для лампы. Ну, есть, наверное. Пойдем. Самолетик. При подъезде к Внуково. При каждом в аэропорту вот такой самолетик. Да? Вот мы возвращаемся назад. Мы купили там в перекрестке покушать. Маки покушали в перекрестке, купили покушать. На ужин немножко. Там есть? Немножко докупили. И вот он сам Внуково, да? Да? Аэропорт Внуково. Самолетики мои стоят, колбаски! Колбасочки! Ты любишь самолетики? Да, только это плохо видно. Елочка. Ты в мою коллекцию попала. Тут авария, правда. Ну все. Но елочка зацеплена. Мы уже проехали. Да, кого стоять там, они все в один ряд едут. Смотрите, какая церковь. Подмосковье огромное количество церквей. Огромное количество. Я говорю, что у Киркорова есть своя часовня на территории его дома. Да. Угу. Прикольно, да? Классно, да? Красиво. Мы в небольшой пробочке. Чё? Я не певец. Ну ты ж только что пел. Да это я пел-то. Пой, пташка, не стыдись. Что значит пташка? Ну это спой, пташка, не стыдись, что-то там. Ну давай, ты же там пел. Что я пел? Какао, 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 какао. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко, все. Все? А что я больше пел-то? Или как это... как однажды на рассвете заглянул в соседский сад, там смуглянка-молдаванка подтирает пальцем зад. Я худею, я бледнею, предложить бумажку ей. Вы заценили, да, фольклор? Не пропустят мой фольклор. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка собирает виноград.
Я краснею, я бледнею, захотелось ей сказать, станем над рекою. Раскудрявый клен, зеленый лист лесной. Я смущенный и влюбленный пред тобой. Клен зеленый. Аплодисменты, аплодисменты. Браво, браво, маэстро. Раскудрявый. Маэстро, браво. Резной. Маэстро, браво. Браво, маэстро. Ой, хорошо. Это небольшие покупки в перекрестке. Вот этот вот сдобная особа. Рулет с шоколадами не пробовали. Мои любимые бонжур с какими-то ягодами. Огурчик на салат. Бананчики побольше. Нескафе. Голд. Я уже его... Где мой банан? Уже его открыла. И молочко. И пакет... Пакет воды. Вот он. Ну, бутыль воды. И сейчас мы будем распаковывать нашу посылочку. Попьем только кофеек. Давай распаковывай. Давай кофеек попьем, я уже налила. Да, давай. Все, мы сделали распаковочку посылочки. Полное видео распаковки можете посмотреть на нашем канале на личном опыте. Мы здесь описывали посуду и всякую такую принадлежности. Сейчас Коля пошел топить, точнее за дровами. Сейчас затопим печку и будем украшать елочку. Терочка наша, наконец-то, для корейской морковки. Коля сейчас трет усиленно. Нормально трется? Остро? Ага. И мы наконец-то используем вот эту заправку для корейки. Вот она. А сколько она будет, кстати, стоять у нас в таком виде? Сейчас микроволновку поставлю. Так, оставить на 2 часа. 2 часа она будет готовиться. Мы уже приготовили котлетки и пюрешечка. И сейчас еще сделаю салатик с огурцом и крабовыми палочками. А это уже, наверное, на завтра будет. Так, у нас ужин из новых тарелочек уже. С новыми салфеточками. Видео будет на нашем 2-м канале с распаковкой. У нас сегодня пюрешка жиденькая. Котлетки вкусные. Сырок, огурчик. И небольшой салатик с огурчиком и с крабовыми палочками. Всем приятного аппетита. Да, всем приятного аппетита. И тут сваты у нас идут. И мы кушаем. Мы закончили смотреть Дэдпула. Первую часть. Сейчас я наливаю кофеечек ночной. И иду монтировать. А Коля включил кино «Тоннель». Основанный на реальных событиях, да? Про... пожар или завал в тоннеле, не знаю точно. Ну, про какую-то штуку нехорошую в тоннеле. Пока он смотрит, я быстренько смонтирую. Техническое помещение. 4 километра от въезда в туннель. Потом уже пойдем спать. Это видно сразу, Колин, это мой. Ну все, всем спокойной ночи. До завтра. Пока. Всем пока. Спокойной ночи.